Бесшумный блок питания. К нему можно подключить зарядное устройство, заряжает смартфон или планшет. Включается в обычную электрическую розетку 220 вольт. Вот так он подключается к компьютеру. Включаем. Идет загрузка. Слушаем шум. Этому блоку питания 3 года. Внесите источник шума. Будем сравнивать шум. Унесите источник шума и шум от блока питания. В нем нет вентиляторов. Покупайте блоки питания для ваших бесшумных компьютеров.